Я совсем забыл, что я самый прокачанный в этом симуляторе. О май гад, я пошутил. Я беру свои слова обратно. Какой же кайф. Я вам сейчас расскажу историю, в которую вы точно не поверите. И еще вчера я записывал видео, где говорил о том, что мне дико неудобно сидеть на своем кухонном стуле. И вот уже сегодня вечером DXRacer мне заслали свое геймерское кресло. Ребятки, огромное вам спасибо, вы меня очень сильно выручили. Теперь играть будет просто одно удовольствие. Если что, ссылочка на DXRacer будет в описании. Это самый классный и неожиданный подгон ко дню рождения. Огромное вам спасибо. Ну а сегодня я буду тратить свои робуксы. Покупаю все, что увижу в Роблоксе. И сегодня я решил сделать достаточно необычный выпуск. Многие из вас писали в комментарии, чтобы я попробовал что-нибудь купить в симуляторах. Как мы все с вами знаем, в симуляторах разработчики очень сильно любят деньги. Они пытаются содрать с вас денег как можно больше. Давайте с вами даже вспомним симулятор качка, где для того, чтобы нормально прокачаться и пробиться в топы, необходимо очень много донатить, либо очень и очень долго кликать по мышке. Причем, если ты используешь какой-нибудь кликер, то тебя очень быстро выбивает из игры. Поэтому сегодня мы вместе с тобой проверим, на сколько режимов хватит моих робуксов. А у меня на балансе, между прочим, 20 тысяч робуксов. Если конвертировать это в рубли, то это 15 тысяч рублей. Не поленись поставить под этим видосом лайкосик и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Заходим с вами в симулятор качка. О, я боюсь. Ого! Я совсем забыл, что я самый прокачанный в этом симуляторе. О май гад! Я пошутил. Я беру свои слова обратно. Это что за гигант такой? Сколько он сидит здесь играет? У него 211 ребитхов. Да ты с ума сошел, что ли? Окей, заходим с вами в магазин и давайте посмотрим, что же я здесь могу купить. Бусты. О, мега-шейк. Вот эту штуку я еще не покупал. Ладно, окей, покупаем с вами мега-шейк. Покупаем обычные протеиновые батончики по 15 робуксов. Быстрые протеиновые батончики за 15 робуксов. И давайте с вами купим баф-пак. Он тоже стоит 70 робуксов. Итого на все при все у нас ушло 245 робуксов на все эти бусты. Ёлки-палки! Это что было? Ай, кто меня дамажит? Ты что ли, сопляк, меня дамажишь? На, получай. Нашел с кем связываться. Ты что, смешной что ли? Так, окей, используем с вами шоколадку обычную. Эй, что за бред? Меня убили! Блин, у меня все обнулилось! Черт, засранцы! А, не, все нормально. Шоколадки обратно появились. Так, кушаем шоколадочки. Чем быстрее, тем лучше. Все шоколадки кушаем. И я не понял, как работает этот мега-шейк. Я его вроде как выпил, но он вроде как не сработал. А, вот он. Так, окей, выпиваем мега-шейк. Что он нам даст? Сразу плюс 500 силы? Окей, это даже намного выгоднее, чем шоколадки. Так, и здесь я еще могу купить себе 2 X-скорость за 200 робуксов. Все остальное у меня уже здесь куплено. Так, и как я могу быстро бегать? Что-то 2 X-скорость не совсем работает. А, нет, я реально быстрее передвигаюсь. Ну, на совсем капельку. Короче, мы с вами здесь потратили не так много робуксов. Может быть, в скинах можем что-то купить? А, вот, смотри, здесь есть кейсы. За гемы. А, нет, вот смотри, за робуксы есть кейс. 50 робуксов. Окей, открываем его. 100% выпадет легендарка. Ой, ой, меня там, кажется, кто-то подкинул куда-то в космос. Итак, мне выпадает слэшес. Это аура. А, нет, молния мне выпадает. А у меня вроде есть молния. Да, дубликат, плюс 125 гемов мне дали. А, окей, хорошо, а что за питомцы здесь? А, вот, питомцы за гемы продаются. Офсейл. Вот, тут есть какой-то питомец, который дает плюс 10% к бусту. У меня не получается его купить, что за обман? Зато у меня есть флэш. Найс. Так, ну, в принципе, мы больше здесь ничего не можем купить, потому что я уже все купил. Зря я вообще пошел в этот симулятор, только зря потратил время и 250 робуксов. И идем дальше. Пойдем с тобой в симулятор силы. В него сейчас играет 12 тысяч человек. В этот симулятор я уже играл, и если я не ошибаюсь, я даже туда донатил. Но там произошло обновление, и поэтому это не считается. Та-та-та-та-та-та-та. Power Simulator. Итак, нажимаем кнопочку спавн. Ого, что это у меня за шар? Стоп, я не играл в этот режим. Камон! Это какой-то новый Power Simulator. Добро пожаловать в симулятор силы. Ты здесь новенький. Да, я знаю, я здесь новенький. Что я могу здесь делать? Я могу драться, сражаться. Могу качать свои мускулы. Отжиматься. Опа! Оба, плюс один к защите. Так, понятно, отжимание дает плюс один к защите. Удар нам дает плюс один к силе удара. А что за шар? Что это такое? А, это левитация. Нет, стоп, однозначно я снимал этот режим. Он просто, видимо, обновился и обнулился. Эй!
Я туда много сдонатил, вы что, издеваетесь, что ли? Так, окей, что мы можем с тобой купить? О, здесь мы потратим очень много робуксов. Так, окей, 1/2 скилл кулдаун. Ты можешь использовать свои скиллы в 2 раза быстрее. 700 робуксов стоит. Окей, покупаем за 700 робуксов эту функцию себе. Forceful Field Customization. Я могу менять цвет своего защитного щита. 150 робуксов стоит. Так, тоже покупаем. Это уже 850 робуксов в сумме. А, можем купить радио за 200 робуксов. Ненавижу покупать радио, но мне придется. Я же обещал, что я куплю абсолютно все, что увижу. Я увидел радио, поэтому я покупаю радио. Вортекс. Что такое вортекс? Дезориентирует твоих врагов с этим скиллом вортексом. А, окей, понятно. Я могу использовать его на U. Воу! Я их подкинул в воздух! Блин, слушай, это очень крутая штука. Это как защитное поле. Так, могу ли я убить этого чувака? Так, использую способность. Эй! А чё она так долго восстанавливается? Почему я не могу ее сейчас использовать? Я что ли ее могу всего один раз использовать? Что за бред? Ну, ладно. Надеюсь, она зарегенится. Так, открываем дальше шоп. Метеор. Метеор мы можем использовать на буковку Q. Стоит 550 робуксов. Полезная штука. И экстра сайт квест. Выполняй квесты в 2 раза быстрее. Я купил тоже эту штуку за 300 робуксов. Итого на все это у нас ушло плюс-минус 2300 робуксов. Мы потратили только на скиллы. Давай затестируем с тобой скилл метеора. Тут какой-то криминал стоит. Так, нацелился. И Q используем. Воу, получай. А, ему вообще пофиг. Ладно, использую торнадо. Сейчас ты у меня полетаешь, преступник. Но, в общем-то, ему, в принципе, пофиг. Так, что еще я могу купить? Ладно, окей, давай купим с тобой 50 тысяч токенов. Я покупаю абсолютно все. 20 тысяч токенов тоже стоит купить. Ну, хз, хз, хз. Я обещал, что я не буду покупать деньги. Но в этом ролике я должен купить абсолютно все. Окей, купим с тобой 20 тысяч токенов. Хорошо. 2750 робуксов покупаем. 7500 токенов покупаем. 2500 токенов тоже покупаем. И даже 1000 токенов тоже покупаем. 500 токенов за 99 робуксов. Эй, я, видимо, сломал этот симулятор своим донатом. Списались. И последние 100 токенов за 20 робуксов, самое дешевое. Я уже в этом симуляторе потратил достаточно много денег. Причем очень много, прям очень и очень много. Где-то плюс-минус 12 тысяч, камон! Это просто жесть какая-то. Специальные офферы. 3 часа випа, 35 робуксов, 1 день випа 80 робуксов. Самая крутая випка здесь стоит 350 робуксов и дается она на неделю. Стакается с другими вип-подписками. О, отлично. Так, окей, покупаем все эти VIP-подписки. Ну, сейчас я попробую пройти какой-нибудь квест и посмотрю, что из этого получится. Я купил все випки. Я прям очень много випок купил. Я прям самый випный вип. И давайте-ка с вами потренируемся. Так, я получаю плюс 2 к скорости, плюс 2 к прыжку. Ну да, буст небольшой работает. Возможно, я ошибаюсь. Плюс 2 к защите, плюс 2 к защите. Крутым здесь стать будет очень сложно. Натренируй 20 ударов. Окей, это будет просто. У меня же x2 еще есть. И я получаю в награду 10 токенов. Натренируй 20 защиты. Окей, тренируем 20 защиты. Какой же я сильный. Так, все, я, кажется, выполнил все квесты. И я должен получить в 2 раза больше монеточек. Завершаем квест. Да, я выполнил твой квест, дружище. Что я могу купить за эти токены? Зачем я их столько покупал? Не, ну реально, зачем? Может, я могу себе купить какие-то скиллы? Хотя у меня и так 2 скилла уже разблокировано. Причем донатных скилла. Так, квесты, сайт-квест. Может, есть какие-то донатовские квесты? Почему их здесь нет? Статистика, зайдем в статистику. О, я могу прокачать свою силу. Точнее, я могу прокачать все свои статы за токены. Так, это уже звучит прикольно. Давай мы с тобой прокачаем силу удара. Почему бы и нет? Прокачаем силу удара. x10, x20 буст, x30. Давай сделаем x100 буст. Нет, нужно больше. Нужно больше буста. Так, давай. Я буду самым сильным. Так, ну и разумеется, мне нужна защита. Чем больше защиты, тем лучше. Е-бой! Сейчас защита будет 200-го левела. Это будет жестко. X300 качу, а у защиты X200. Офигеть, я должен буду очень быстро прокачаться. Так, ладно, силу мы прокачали до максимума. Что можем еще вкачать? Ну, давай полеты немного прокачаем. Ну, точнее, Physic Force. Эта штука типа медитация. Так, давай, удар. О!
По плюс 680 мне дают. Офигеть! Что за безумие? А к щиту дают плюс 400 сразу. Блин, я сейчас буду самым сильным. Давай, кстати, поменяем цвет своего защитного щита. А, вот, смотри-ка. Давай сделаю фиолетовый себе щит. Что это такое? Фейт? А, это я градиент себе еще выбираю. Прикольно. Да, у меня фиолетовый щит. Да-да-да-да-да-да-донатер! Я хочу к камню подойти. Как можно быстрее. Надеюсь, не убьют, надеюсь, не убьют. О-о-о, бью камень, бью камень. Плюс 6800 за удар по камню. В 10 раз увеличивается прокачка. Реально можно стать самым крутым в этом режиме. И это очень круто. Ладно, я чуть-чуть помедитирую, а вы пока что поставьте свой лайкосик. Ну а мы с вами идем дальше. У меня еще осталось... Сколько у меня осталось? Давай обновим страницу. 6900 робоксов. В какой симулятор можно пойти? Симулятор гиганта. Не помню, я играл в него или нет, но можем поиграть в него. Окейся. Это типа я. Добро пожаловать в гигант-симулятор. Ой... Я выгляжу как хиляк какой-то. Что за отстой? Я получаю за что-то монетки. А, я, видимо, прокачиваю статы, когда я бегаю. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Бла-бла. Ого! Я получаю опыт, когда просто махаю мечом? А где монстры? Против кого мне сражаться? Это, видимо, как симулятор силы. Я должен буду сражаться против других игроков, скорее всего. Окей, что я могу здесь купить? Заходим в магазин. Могу купить голду. Она здесь продается очень не очень дешево. Робоксов мне, в принципе, должно хватить. Но давай вначале купим с тобой все пассы. Двойная голда за 350 робоксов. Двойная скорость. Дабл XP. Счастливый шанс на сундуки. Что у нас дальше есть? У нас есть бусты какие-то. Ладно, давай бусты купим. Это бонус к опыту. 15 тысяч робоксов сразу плюс... Ого, сразу плюс 2000 экспы, я уже 6 левела. Блин, я сейчас точно смогу стать гигантом. Давай мы с тобой сразу же купим самый максимальный буст по опыту. Стоит 1500 робоксов. Покупаем. Покупаем за 500 робоксов плюс 1 миллион экспы. Покупаем, почему бы и нет. И за 100 робоксов бонус 252 тысячи экспы. Причем, когда твой уровень увеличивается, опыт в этих баночках тоже увеличивается. И это прикольно. Могу купить себе зелье скорости. 15 робоксов за 100 робоксов плюс 3500 скорости. А, опять все сломалось. Опять не могу купить. А, черт. Арена начнется через 110 секунд, я бы поучаствовал на самом деле. Так, скорость 100 робуксов, купить. О, получилось. Плюс 20 тысяч к скорости. Давай тоже. Зелька покупайся. А, да почему все так лагает? Ладно, давай я убью эту маленькую малявку. Причем я, знаешь, в такой обычной одежде. Ой, получай. 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 Эй, почему я его убить не могу? Я ему по 5 урона наношу. Вы что, прикалываетесь, что ли? А, видимо, я должен себе еще и оружие искать какое-то. А, я почти все деньги потратил. А, черт. Так, сундуки. Лаки шанс у меня там вроде как есть. А, за 2500 голды я могу себе купить какой-нибудь сундук. Чест, сундуки. А, сколько он стоит? 10 тысяч. А этот? Это тоже 10 тысяч. Это эпично. А, у меня нет голды. Черт, придется задонатить. Давай плюс 45 тысяч закинем себе за 500 робоксов. Эпик, 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 эпик. Окей, открываем эпик. Этот кейсик куплю себе, этот куплю и этот куплю. Два таких, два таких. Так, ну что ж, открываем. Open. Что же выпадет из этого сундука? Вау, серебряный меч. Так, может что-то еще более крутое выпадет. Шанс 4% на легендарочку. Давайте легендарочку. Вау, мне что-то эпичное выпало. Прайд, это какой-то топорик. Прикольно, прикольно. Так, ну а теперь давай броню классную откроем себе. Так, я себе выбил какой-то профет. Профет, что это такое? Профет. Так, weapons, мое оружие. Надеть. Ой, черт, я не успел надеть свое оружие. Блин. Черт. Меня точно никто не сможет догнать, потому что я супер быстрый. Так, 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 так. Сейчас они останутся один на один. И я резко ворвусь в битву. А пока что покачаю себе немного левел. Там чувака просто жестко разнесли. Эта девчонка махает топором. А, не догонишь меня. Ну давай, давай, давай. Догони меня. Догони. А, стоп. Здесь, видимо, мои скиллы не работают. В смысле? У меня 2500 скорости. Я должен быть самым быстрым. О-о-о! Врываюсь, врываюсь, врываюсь! На! 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 Получай! По 150 урона я ему наношу. Нормас, я его почти замесил. Так, он вынес этого чувака и меня с одного удара убил. Вот же ж засранец-то, а? Not hide in our level. Чё? А, я 46 уровня, точно. Фу, я испугался. Я думал, почему я не могу надеть этот топор? Так, а что по броне у меня? Я вроде как броню здесь открыл. Давай еще раз откроем.
Что выпадет? Вау, опять что-то эпичное. Костюм рыцаря. Такой киберпанковский рыцарь. Ну, у меня робуксов совсем мало осталось, и поэтому я думаю, что мне стоит сейчас закинуть себе опыта немного на последние робуксы. На 1500 робуксов. Готово. Я 70 уровня. Все, я максимального левела. Круче меня никого не найти. А, нет, это не максимальный левел. Стоп, кто меня убил? Ты чё, как ты меня убил? Дайте мне мою броню, пожалуйста. Просто дайте мне мою броню. Сейчас я надену свою броню, и тебе просто конец будет. Я иду крушить и ломать. О-о-о-о, выгляжу я максимально мощно. Просто за пару тычек я его сейчас вырублю. Опа, изи-пизи лаймон-сквизи. С донатером никто не сравнится. Чуваки, донатить это не круто. Особенно в PvP-играх. Это не круто. Так, ну что ж, мы сейчас с вами будем участвовать на арене. Дубль номер 2. Сейчас у меня точно все получится. Так. С кем я буду батлиться? Вон там вдалеке кто-то размахивает своим топором. Нужно просто подойти поближе. Я надеюсь, максимального левела. Нет, кто-то есть 856 уровня. Офигеть. Как так-то, а? Кто это? Это Никитос какой-то. 856 уровня. Ты Никитос? Нет, ты Никитос. Это ты меня убил в прошлой катке. Получай! Ты что думал? Так просто от меня сможешь убежать? И теперь ты беги. Моли о пощаде. И я иду за тобой. Но! Так, по ногам бью. Нормас. Почти разнес. Эй! Как меня вынесли? Как она меня убила? Она 35 уровня. Окей, теперь понятно, что здесь решает непосредственно скилл. Ладно, чуваки, на этом мой ролик подходит к концу. У меня там вроде как осталось еще совсем немного робуксов. Что я могу здесь купить? Вот эти вот кристаллы душ. Еще 148 робуксов на что-то слить нужно. Давай еще немного кристаллов купим. Давай еще немного голды купим. Ну и все, у меня 78 робуксов. На них точно уже ничего не купишь. Ну что ж, ребята, на этом мой ролик подходит к концу. Я вас попрошу поддержать этот ролик своим лайкосиком и подписочкой, потому что эта рубрика достаточно дорогостоящая. На один выпуск у меня уходит около 15 тысяч рублей. Это очень много, и мне было бы очень приятно, если бы вы подписались и поставили лайкосик. Ну а также советую этот ролик своим друзьям, и увидимся с тобой в следующих видео. Адьос! Playtime.